Всем привет, ребят! Это канал Мафецкий, и я сейчас вам покажу, где находятся все дренги Рагнара. Вот здесь самая первая локация, один находится здесь. Рекомендуемое влияние, смотрите, 280-й, здесь находится второй. Ну и так далее. Смотрите внимательно на влияние. Можете ли вы позволить себе прийти сюда и нормально с ним драться? Я специально не снимал бои этих трех бойцов, потому что они максимально смешны. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Поехали. Запасов хватит на 100 лун. Так что жизнь у вас будет сытая. Но, отец, ты не так уж и болен. Болен, увы. Норны послали мне не один знак. Скоро я умру. И топор, что передается от отца к сыну, перейдет к тебе. Я чувствую запах рыбы. Богатый улов, похоже. Получишь за него много серебра. Повезло. В тебе ощущается дух настоящего дренга. Я тоже дренг. В одеждах рыбака? Ты прячешься от кого-то или хочешь защитить близких? В моей жизни много чего было. Даже Рагнар Лодброк когда-то был землепашцем. Он часто завидовал мне. Ты был в великом войске Рагнара? Да. Здесь, в Англии, земля так плодородна, что на ней растет все, что душе угодно. А вода кишит рыбой. Я встретил тут женщину из Саксов, Этельсвик. И мы славно зажили вместе. Ракушки здесь лучшие в Англии. Я должен показать сыну, что значит быть дренгом. И умереть с честью. Я уважаю такое желание. На глазах у сына. Хочу поговорить с ним перед смертью. Умирать от болезни недостойно для его отца. Я сражусь с тобой. Мы покажем мальчику, что значит быть дренгом. Ты слышал, сын? Сегодня ты увидишь цвет крови своего отца. Цвет отваги и чести, что превыше всего. Оружие любое. Ну, ты видишь, сын, мы дренги. Я добрался до врат славы. Думай обо мне, сын, мой дорогой. Теперь ты знаешь. Отец, я понял. Понял, о чем ты говорил. Ступай в Вальгаллу и сражайся вместе с Рагнаром в вечной войне. Твой отец хороший воин. Он встретил смерть как дренг. Когда-нибудь я стану, как он, настоящим дренгом. Здравствуй, дренг.
Эти болота — твой длинный дом, медовый зал? Это священный зал Дренга. Яскегьёльд, чьи хук и тело обещаны Рагнару Лодброку. Металл и душа. Я ищу того, кто пройдет через обряд и сразится со мной насмерть. Понимаю. Я вполне сгожусь для такого поединка. Тогда присоединяйся. Рагнар Девять Лун обучал меня Дрэнгсейду в Упсале. Я буду сражаться только с тем, кто сможет прийти в такую же ярость, как и я. Иначе бой будет неравным. Так что это за зелье? Мед и тухлый хлеб? Священный мед с летучими парами. И гриб Тора или красный мухомор. Мы с Рагнаром пили это снадобье перед каждым набегом. И законы битвы теряли силу. Выпей отвар из моего котла. Мы вместе придем в ярость, и только один из нас вернется к себе. Ступай по Беврёсту тяжелым шагом, Дрэнг. Ты славно сражалась, и бой был честным. Продолжай же свой путь. Меня ждет переход. Прощай. Настал мой черед узреть бога поэтов. Приветствую. Это твое жилище? Да, я Готофрид Прекрасной Одежды, Дрэнг Великого Войска Язычников. Мне доверял сам Рагнар Лодброк. Я хочу сразиться в чистом и славном бою на закате моих дней. Хочу достойно испустить последний вздох. Ты так следишь за собой? Мое облачение безупречно, всегда чистое. Рагнар когда-то учил меня уважать себя. Чистая совесть, верность клятвам и безупречная преданность куда ценнее, чем натертые до блеска доспехи. Весомые слова. Окажешь мне услугу? Все, о чем я прошу, это чистый и славный бой. Пусть Один увидит наш танец. Начнем. Пусть твои одежды окропит вино воронов. Моя сталь в отличном состоянии. Ребят, если этот видос был для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Всего хорошего. Спасибо за последнюю песню добротного оружия. Иди же к своей безупречной победе. Прощай, благородный Дрэнг.